А можно поменять? Андрей, я говорил, это опасная ситуация для звездочек в очередной раз. Зин, спина, Зина! Еще один там, Зин! Вань, Вань, 23, Вань! Давай. Вот так,
Хорош, Давай, Арт. Иди, давай, думай, иди в него, иди. А он спокойно, со своим.
Ребят, ближний Арсена, оставляем Арсену. Говорите ему!
Парни, соберитесь, все нормально! Сам бей! Парни, соберитесь, все нормально! Давай! Олег, спокойно! Хороший попытка! Понятно! Качество передачи. Да.
Не фали, не фали. Не фали. Один! Один! Лепа! Да! Ничего, ничего, нет, ничего! Помоги! Храни! Зачем? Зачем? Право, право! Вперед, попадай! Один, Женя, один! Один! Здорово! Сейчас, белые! Все, оставь, Костя! Костя! Пуши назад! Брата поставь с последнего, блядь! Замена, рэп! Ближе! Ближе! Ничего, ничего страшного! Давай, ребят, сразу, да-да-да, сразу работаем! Вас сужай! Нет, ну я стал уже. Ты стоишь, ну что мне? Вот да! Хорош! Фланги и напад. Его! Стойте, стойте, не надо! Машка! Женя! Одну! Не надо атаковать! Не надо атаковать! Дай! Зачем вы атакуете? Полтайма, впереди еще, ребят! Сыграйте от обороны, блин! Пока, я еще... Защитники поаккуратнее. Нет, не лезь туда, Андрюха. Ты что такое, я сказал, не буду, я не отдышался к тебе, блядь. Не жили, не толковый. Ну дай, ну покажи, ну что тянет, иди на человека. Конечно. Да, да, да. Сами, заведитесь, блядь. Я сакуйте, блядь. Поднимай, поднимай, поднимай толковый. Садитесь, садитесь, мяча. Хорош, здорово. Бегай! Бегай, Ваня! 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 Давай, давай, поворачивайтесь, поворачивайтесь уже, блядь. Где? Один не вдвоем. Ребят, он опять один, блядь. Центр, Женя. Женя, центр. Молодец, молодец. Сзади толчок. Сзади толчок. Не атакуй. Смотри.
Убрать! Еще выкатывает на Андрианова, Севастьянов, гол пустые, 5-4! Боже мой, какая игра! Как говорит Ярослав Коптелин, игрушка! По-другому не скажешь, ну правда, ну просто уже, ну что-то крайне интересно. 5-4 счет становится.
6 минут еще этого колоссальнейшего классного футбола. Нам наблюдать, уважаемые зрители, пока 5-4. Хет-трик Севастьянова, хет-трик Шендрика, по-моему, если сейчас ничего не помню. Просто класснейшая игра, класснейшее исполнение некоторых игроков, класснейшее исполнение от обеих команд. Те самые видные игра в обороне, ну, честно, будем честны, и наверное, играют. Мягко говоря, не сладко. Неудивительно, что звездочек плохо, неудивительно, что у любителей. С другой стороны, конечно, есть горняки, звездочек, блядь, Масейкина, и Никонова нет. Ой, лидеров оборонительных действий, уже звездочек все заметили. На поле не видим, но в то же время и не только нету любителей, что тоже сказалось очень сильно. Оборонительный потенциал. Антон Андрианов выходит с поля, Антон Андрианов дома в клинке, на ЕЛС. Конечно, не в каждом футболе. Он играл за себя. Лёха, я не знаю, что выйти с турнира. Не играл с домом так быстро. Спасибо, Денис. Но, тем не менее, бегал довольно долго. Антон Андрианов, будет Игорь Сырин. На звездочек есть время, чтобы спасти 5,5 минут. И главное, отсутствие Метрикина сейчас очень важно не сыграть. Слонин как бы сегодня не старался, не бился за всю силу, удержать все остальные мощи. Защитник будет сложно. Все-таки Артем Севастьянов очень бомбардир. Юго-Запада, лучший игрок Юго-Запада, наверное, последнего пятилетия. Если не меньше, если и не больше, то можно ошибаться. Убили ей! Это тогда они видят такого, не смотрел у другого, но я в целом говорю, храни по своим наблюдениям. Блять, не теряйте в него! Давай, туда поджимайте! Здесь, подождите, с этой стороны! При каком-то Парни, чуть-чуть сбейте их, почему они катают? Макс, один мяч в преимуществе. Залы, мяч, бери, не надо, ты здесь помоги мне. Сын, попроси. У Александра Лузан попало немножко такое ощущение, что футболисты любители и звездочки почувствовали жареные, почувствовали кровушку и побежали к вот магнитать. Зарипов. Автор четвертого, третьего забитого мяча играет не очень ловко, попытался на штрафную заработать. Назад! Хватит назад! Завершай, Дэн! Ухватывает на Романова. Романов, хороший пас. Севастьянов. Хороший. Запрос вперед и будет ударом Маркина. Хорошо играет тут Севастьянов, и получает по ногам жестко нарушение правил, и это будет опасно, что будет у ворот Олега Белокопытова, и опять любителям выстраиваются все команды перед воротами. Адрианов Севастьянов хорошо исполнял, но вытаскивает из девятки Олега Белокопытова, слабоваз туда был исполнен, выкатывает сейчас Тырин под удар, и гол! Это 5-5, уважаемые зрители, сумасшествие какое-то они играют сегодня. Антон Андрианов оказался там, где нужно, все-таки говорилось, что Андрианов нужно как-то исполнять. И 5-5 у нас становится, добавленное время уже идет, не знаю сколько добавлено, и узнать было бы неплохо. Дениса Никонова, Александра Соколова, 5-5, заруба страшная, вели сегодня с большим преимуществом. Конечно, в какой-то момент счет был 4-0, пользу любителей, но звездочки показывают. Нереально, как уже количество зрителей сегодня. Ничего, ладит!
основного состава есть выезды. Зина! Все игроки основного состава, просто нет замен практически у звездочек. Нет так привычного широченного ростера. Чего туда? Через два мола. Тем не менее, они все равно в игру включились. Ну все, на этом игра завершена, уважаемые зрители. Благодарим вас за внимание. Поздравляем команду просто с потрясающим футболом. Благодарим вас за настоящее наслаждение. Звездочек благодарим просто за сумасшедший характер. Любители красивый футбол. Спасибо, что вы были с нами, уважаемые зрители. С вами был Ярослав Моисеев, Сергей. Сергей еще ничего не сказал. Но обычно вот со мной, но сегодня так 5-7, мы с ним посмотрели классно. Ну, счет 5-5. Что ж, увидимся еще не раз. И думаю, будет крайне интересно посмотреть ответы моих команд во втором круге. Пока. Всем пока. Ты забил, блядь, зачем там? Стань защитой, я защищаюсь, а ты атакуешь сегодня, а не стал там. Мы получили 27, потому что получили 5-5 равноценных ударов. Давай, Здорово! Против слабых любой может научиться, блядь. А здесь ты 4-1 вёл, давай! Если не считать того, что мы победу, тогда положим его в руках. Забивали газет, там особо было какой-то в претензии нет. Там просто звездочек. Когда нужно было, кстати, было какой-то еще. Здорово, Женя! Это уже 2-3 минуты.
Еще как-то на рынке. Так, Али, подходи, пожалуйста. Ты сказал, я побежал и встал. И он ударил, бля. Я знаю. Давай, играем, ребят, играем. Максик, левая зона. Ползи его после стрельбы. Играй! Здесь, держи! Давай, давай, давай! Дэн, Дэн, стой! Хорош! Хорош, да! Все, Макс! Спокойно, не палим, спокойно! Володь, не ходи, разворачивай, брат! Да-да-да! Для того, чтобы карту
карту, короче, и вот в этом переходнике такая маленькая карта, которая пойдет квадратный Зачем мы 50 минут старались, блядь, что бросить играть?
Роба, пускай, а сам уходи. Роб, выше, Роб, выше. Замену можно? Делайте. Дель, лады скинуть. Там отца за это просто все слышно. Давай, 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 давай
перед собой, Елёха, перед собой. За спину не запускай его. Перед собой. Пинка, да, Милёш, здорово, поправляй, да, здорово. Красиво, дома подать, подать. Димоль, задний мяч, Димоль. Помогай, помогай. Замен, товарищ судья. Помогай, помогай, вот этот центр. Димоль. Имран и Казах вышли. Хороший, хороший, возьми, молодой. Да.
давай сюда. Дима, Дим. Можешь играть, Дамир? Играть можешь? Давай, играй. Молодец, Егорыч, здорово. Давай, разгоняться.